Минута осталась. Только нас не видит. В этот раз я не подготовилась. Я не хотела. В тот раз мы камеру поставили. Где? Ладно, я поставлю на колонку. Алиса, иди сюда. Ну что? Да капец. У меня нет слов, я занималась чем могла. Я с 7 утра не сплю. Но ничего нервы, не снимала. Нервы. В тот раз я вообще в Телеграме кружочки за 11:00. Все. Я не хочу смотреть. Тебе надо зайти в личный кабинет. А он уже зайден, вот надо обновить просто страницу. Я сделала на весь экран. Давай подождем 11:02. Мне кажется, это уже, ну, здесь они должны это раньше были все добавить. Ну, не хочу смотреть. Хочу я посмотреть. Заяц, не переживай. Я хочу жить ожиданием. Не переживай, какой бы результат ни был, это ни на что не повлияет. Сейчас, минутку еще. Заяц, это их рабочее время. Они информацию обновляют до конца своего рабочего дня. Сейчас объясню. На почту мне ничего не придет. Вообще должно прийти на почту а-ля приглашение, если да. Но оно не придет ко мне на почту, потому что агентство, я поступаю через агентство. Второй раз. Первый раз я не поступила, потому что я не приложила оригиналы документов. Да, бывает. А во второй раз, чтобы не рисковать, мы перестраховались. Вот, Дима меня поддержал, что типа, давай лучше через агентство. В Телеграме девчонки поддержали, что типа, давай, перестрахуйся, лишним не будет. Короче. 11:01. Я вижу. Не тяни. Вот. И я могу проверить, да, нет, только через личный кабинет. Нажми вот сюда, подожди. Я у тебя по лицу пойму. Дим, я пойму по лицу. Ты можешь ничего не понять. Нет, Дим, я пойму по лицу. Я знаю, что если там буква N впереди, то это все. Я смотрю на тебя в камеру. Нет? Ну, посмотри. Ну ты чего? Нет. Ну не расстраивайся ты так. Нон-пас, все, нет. А почему нон-пас? Ну я знала почему-то. Ты фиг с ними. Я знала. У тебя еще есть 2 университета. Дружная команда звезд определяет своего капитана. Я приготовила ужин. Вот тут тефтельки. Сейчас. Та-дам. Тут тефтельки, греча в сметанном соусе, под зеленью. Тефтельки готовила сама. Вот. Хоть что-то у меня получилось. Вот, сейчас доготовится, и ужин будет готов. Вечером мне надо будет париться. А сейчас я поем тут остатки гречи. У меня яичница ужасно выглядит. Яичница, помидор и 2 крабовые палочки. Я захотела покушать с кастрюлю. А вообще хотела сказать, если вы кушаете, то приятненького аппетита. Потому что я вам не пожелала приятного аппетита.
но показала еду. Вот, вдруг вы кушаете. Кто-то пришел. Что это услышала? Там такая же козявка, как ты. В смысле козявка? Ты заказал пиццу. Чтоб тебя не расстраивали. Я же не заслужила. Всегда заслужила. Прямое включение с бара. Я как-то вчера заикнулась, что мы хотели коктейли с Димой, но у меня болела голова. А тут так совпало. Вот, еще Диму пиццу заказал. Ой, ладно. Короче, рецепт. Алкогольный коктейль, который мне рассказала хомяк. Итак, берем белую, невкусную, плохую водичку. Ну и разливаем по колам. Тут 100 миллилитров. То есть получается по 50. Достаточно много. Но на весь бокал, думаю, это немного. Хотя видно. Короче, неровно, да? Но Диме будет побольше. Следом у нас идет сироп. Блю рассау. А, блю курас. Куракао. Сейчас на русском найду. Голубой кюрасао. О, я правильно вроде сказала. И его тоже. Ну, вообще нормально надо его налить. Примерно столько же. Я налью на глаз. Вот такое. И вот такое. А, ну, плюс-минус. Забыла самое главное. Лёгко. Так, давайте 5 для красоты. Мы сейчас приготовим вот эти вот коктейли. И давайте по 6. Найбуде. Дальше. По целому лимону. Так вот. И по половинке вот этой жопки лимона. Чисто сок. Сюда то же самое. Я, конечно, не сделаю так красиво, как делает хомяк. Хомяк, если что, это моя подруга, к которой я ездила в Москву недавно. Ну и все остальное, в принципе, спрайт. Останется только размешать. Оп. Я же еще. Блин, это не все. У меня есть пашки с сердечками. Я их как-то покупала. То ли. А, нет, Леруа Мерлен. Но они и в Галамарте, по-моему, и в Фикс Прайсе есть. Такие вот с сердечками. И для вчерашних коктейлей покупала. А во Вкусвилле стоит 27 рублей. Такая упаковочка. Я сейчас хочу что-то намутить красивое, но я не уверена, что у меня получится, потому что оно все растает, наверное. Ну, да. Ну, допустим, как-то так. Ну, как-то вот так должно быть. Конечно, не уверена. Ну что, как вам? Или наша мастер, фломастер, бармен. Короче, пойдет. Сейчас сфоткаю наше ложе. Приятного нам просмотра. Я, кстати, по настроению уже как-то более-менее что-то отхожу. А, еще трубочки сейчас достану и все.